Лут, который в этом году пройдет 6-7 июля в Выжимском районе, впервые представит детскую часть гуляния «Лут в Ингежичем». За час, как обещают организаторы, ребята воссоздадут основные этапы взрослого народного брендового праздника. Это и проходка, и конкурс «Мяча Ижимка» для девочек, для мальчиков виды северного многоборья. А еще в вечерней части, пока взрослые будут ходить традиционно по подворьям, малыши пойдут по кулигам. В переводе с коми – лужок. На каждом таком будут задания и игры. Встретятся два поколения аккурат во время проходки. В общем, должно получиться необычно и идейно. Все-таки традиции не должны прерываться.